Валентина Окрепко, на каком-то семинаре вы сказали, что не надо покупать дом, когда он под заставой, а я его выкупила и купила. Как же теперь поступать? Ни бизнес у сына не идет, и дом пусткой стоит. Ну, а я при чем? Ну, а я при чем? Надо сделать обряд. Сделать обряд такой. Взять конфеты, купить дорогие шоколадные и сказать, перед тем, как вы их раздадите, сказать: это мой откуп за долги, и раздать эти конфеты всем знакомым. Или накормить кого-нибудь этими конфетами, печеньками, не знаю, чем-либо еще. Откупиться.